Ты как хочешь. Если ты затеров поставил, то давай это сам команду куда идти нам. 5 банков. Вот люди пишут мне в группе ВКонтакте, вот в чат сообщение там жирным текстом написано, блин, в центре группы, сколько стоит мои услуги рекламные. Вопрос то же самое, сколько будет стоить реклама паблика, блин. Еще в своих аккаунта пишет. 50 тысяч он стоит для него, все. Че так долго убиваете от одного? На гусе, сейчас будет двое. Я пошел зига, просвет, короче, мы столько дел не придем. Просвет. Спина уже. Не-не-не. Пятером сложновато делается и без смоков. Может было заспамить, но не всех пятерых же спамить. Да, мы слишком медленно первого убивали. Как медленно? Мы его прям смаковали. По нему каждый пострелял, так прощупал на вкус его. Это, как мы, мама Air Джоанов 0777, ник, который, походу, генерирует Google ников. О, М-ка. М-ку можно убивать, ребята. Если М-ка на меде, надо забирать ее. Убил. Фига, ты что за пушку у тебя? Я не убил. Сам не понял. P200. Так, давайте под Б. Под Б давайте, сейчас там будет... А, вторая М-ка. На, внизу. На реклама, что ли, или подъем? Сейчас убьем. Гусь. Что он? Блинан. Ой. Соленый. Там М-ка бегает. В беде хотел отжать ее. Поймешь. Получилось. А кто нас галил? Это я его купила. Зачем? Хорошая пушка, чё? Ну, чтобы бегать с ним. Шумная, опасная, кривая. Главное, шумная. Так, Артём, давай ты первый выпрыгивай. Умирай, рассказывай, где враги. Смог дали. Тёмка, не себя убьём. Я фу. Тёмка ушёл на мид. Ой, 4-5, 4-5. 3-5. Да, что-то там многовато, ребят, я думаю... Оп, я ничего не вижу. Что-то там 4-б было или 3-б, ну... Прочувствовали респаун. Не надо мне калаш, я за иглом, я мощный. Головой. Ему тут оружие бесплатное, он еще и носит ему крутит. Да, я гордая птица. Пойдем, Тёмка, с тобой на Б не пойдем. Я слепая. Иди вон ты, я сыграю Б. Забери пачку. Тебе дать флешку на зигу, на металку? Там вроде смог. Ну, скажешь, когда дать, я пока стою здесь на меде. Дал, короче. Ой, спину поджали уже, с банки вышли. Ребята, агрессивная игра, я так мне нужно по нужде отойти. Сколько их там? Спасибо. Пожалуйста. У нас сегодня раздача бесплатных этих. Ну так я же говорила, да? Чисто салом будем бегать. Ну, понял. Я тоже. Я тоже тогда. Зига. Жали? Давай, выходим. Таится ВП смотрит. Это пиздец. Что, блядь? Ладно, быстро. Десять и банка. Ну, ФК у нас стоит. Нет, не ФК. Так, я... Один остался, да? Он рядом! Ничего страшного, пускай убивает. Мне важнее сделать дела природные, чем... ротарей писать. Пойдем в зигу, где мы сыграем. Все, у тебя комарики там появятся. А? Че, как кто появится? Комарики с муками. У меня? Три зигу, пойдем. Да не, у меня микрофон до такого не доживет, скорее всего. Да нет, про природные дела я говорю. Что ты прикидываешь? Ты думаешь, у меня болото скоро появится в квартире, а там и комарики будут с болота вылетать? Ну, наверное. Кто знает.
У меня все мама была в гостях, поэтому я вчера прибрался. Мы с мамой сделали пиццу размером метр на метр. Я не знаю, как теперь есть ее. Прям как челлендж. Пополам заготовляешь. Пополам складывай и в рот пихай. Да не, мы ее нарезали, на три тарелки положу, пока в холодильник. Вот, раз в час один кусок я съедаю. Я думаю... Это в чем? В духовке? Да. Ну, полное получается. Такого, в духовке забыл слово-то. Противень, которая вся. От и до. И просто мы ее тесто раскатали, все засыпали и там и сделали. А противень, ну, где-то 60 на 60 сантиметров. Ну, 55 на 55 примерно, так скажем. И сама плита 60 на 60 дефолтная. Опять перерыв? Да, там кто-то у них, походу, тоже отошел в туалет, а видишь, там вообще шлебнул с игры. Вот Артем. Да. Почему у девушки микрофон лучше, чем у тебя? Вообще без понятия. Я комп купил, блядь, в том году. Ну, полностью вообще все купил. Насчет микрофона. Уже как-то нет. Денег не хватило. Можно так сказать. Какой у тебя дорогой микрофон? Ты о чем? Ты про гарнитуру имеешь в виду? Да я вообще не знал, что... Я Катя спрашиваю, она сказала, что у нее дорогой микрофон. Ну, как сказать, он у меня с наушниками, наушники у меня достаточно дорогие, поэтому... Можешь цену не называть, скажи модель, я узнаю, сколько, я знаю, сколько стоит все наушники. Logitech Pro X. Или Pro X, или просто Pro X. Logitech Pro X и все. Угу. Сколько, 15? Нет, они 7 или 9 стоят, G Pro X тут 11-13. Ну, я за десятку брала. Ну, ты, видимо, на акции не дождалась, там по акции часто их продают, ну, неважно. Так, Кирилл. Ладно. Да. Твои 0.5 меня смущают. Ну, 3 недели не играл. Ну и что, это как это, велосипед такой? Ну... Вышел уже, блину. На флешку, ой, коса... Вот мы возле КТ. Грибы. Еще длина. Как у меня слепую вещь? Спачка, вон, двое. Не ругайся. Ну, я не хочу калач делать, это нереально почти. Я Варк срывал бобров искал, блин, полтора часа. Так, а что тут? Никто не хочет Зигой ко мне прийти? Не дакуются, что ли? Да, не дакуются. Не-не-не, я не хочу, чтобы воевать, это опасно очень. Снова понятно. Это двое. Мало. Понимаю. У меня просто... Ты можешь прошить сейчас. Он ушел. Там никого. Пачка банки. Второй тут же. Ой, эта позиция не прошьется никак уже. Спони наши знают. Нет смысла пока. Ну я раскидаю, вы на Зига бегите. Пускай не думаю, что я сейчас такую войну ему устрою там. Колонки поставлю, запись звука топания на повторе. А к миду 2Б. И на астроме. На миду. Такую флешку поймал мощнейшую. Катаракта все еще мучает. Просвет. Подъем. Подождите, дайте Дэлу выйду. 10 секунд, подживете? Гусь. Напротив пунта и на респе один сидел. Тихо. Все, я в Дэл. Я чекаю подъем. А, там на гусе, что ли? Да. Он взял эмку. А не оба там, да? Нет, один на гусе. Чё-то я никого даже подъем не слышал. Боевые ребята. Там можно даже 16-0 сыграть. У меня сегодня видеоролик, где Simple сыграл с какими-то ребятами, ноунеймами. 16-0 проиграл им. С счетом 8-16 закончил карту. Так что нормально. У всех бывают такие игры.
представляю, сколько там хейтеров радовалось. Ой. Да, миду. Отжали Тёмку. Нет. Тёмка нижнюю? Реально? Серьёзно? Нет, 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 нет. Челса упадет. Может быть, слева смоку стоит. Банку поджимает, походу. Я подожду, пока смок рассеивается, буду пробовать его убивать. Я Тёмка... Ну, смотрю, чтобы хоть с Б. Я Тёмку смотрю, мне удобнее за ящика. Боже, еще длина идет. Один. Ой, я ел за ИСом. Не смог убить его. Минус был. Один Б за Эксон, скорее всего, один мидл. Да, мидл один. Ну, из Б еще вылез. Наш на миде, наш на Б. Кловер, не надо, Миш... Никиту его, блин, чекайте. Наш на Б стоит. А, блядь. Слушаешь фона, вообще? Фона. Этот на КТ-базе с АВП. Умница. Я не буду с АВП играть сам, будешь стрелять с ним. Это быстро падаю. Попробую зюгу занять. Быстрее, быстрее, быстрее. Малик. Либо просто пропрыгнет. Че, просто главное на морал, второй не отдать, иначе у нас экономика поломается. Один бэп, один минус. Ой, я быстро, не буду падать быстро. Он на грибах стоит с ОВП, там по камере, не знаю, мансуется. Один на длине, близко. Двое длина. Да. Я спину убил. Дал смок просвет. Дал флешку просвет. Спасибо. Зига. На зиге один. В упоре у ящика. Даха, один просвет. Если не ошибаюсь, флешка летела с просвета. Чейка, чейка. Убил. Мидл. Да, ужин вышел, просвет уже на рекламе. Что-то я. Так. Ну все, второй раунд взяли. Сейчас того ОП не будет у них, надеюсь. Вот этот Аки, вот самое главное. Изи. Самый человек имеющий меньше фрагов обычно пишет изи всегда. ВВБ прошло. До ВВБ. Пойдем через Зигу воевать. Бурый завис. Да, на радуге повис. Дейл, еще Дейл. Не-не-не-не. Двое Дейл. Я на планте уже, ребят. Я на планте. Не сняла. В яме. Все, Дейл чист. Я на планте стою. Хочу на подъеме. Давай. На ноге Дейл. Что, забрать оружие тут всякое? Ставлю по длину. Да он нахуя. Ага. Он уже на том свете. Ну что за респа я с АВП, блин? Так они знают респа наш. Так, ЦБ вообще не имеет смысла идти. Тебе дать дроп? Ну. Ладно, не пойду на Б. Так, у меня есть оружие. Тёмку не чекал, аккуратнее мог пройти. Щепки стоит слева. Один. Б-стяжка пошла. Б-стяжка. Двое мидл. Дал флешка, аккуратнее там. Еще один. Еще мидл. Оба мидл, еще ласт там же. Смог зашел. Б вышел. Возле Тёмки. Ну я на один. Ну, флеш дать. Трех близко. Тупой. Дать флеш. Да, не надо. Ой-ой-ой. Это, ну это прям совсем близко. Это не в тупой. Кого он там снимает? Ну да, это Мишель Вене. Танчик снимаешь? Это твинсы, блядь. Понятненько.
на Иксе Апик. Пойдем, он сходим. Что, он бы не впускает, да? QR-код требует. Оттуда... Хае, я прилетела. У меня есть флешки. Мы тут вынюхаем. Вон он слева. Одного слева. Вынюхал. Ой, промазал. Да ладно, я прицел на ёжу в него. Почему я промазал? На Б. Один на Б стоит, у щепок сейчас. У меня один сидит. Двое КТБ, за ним Б. Работайте. Один тёмка. Тёмки один топнул. Что ты такое? У тебя хп мало было, чтобы так это выживать спокойно. Я могу банку пойти повоевать. Что там будет интересного? Да я лава побудет. Тогда я дам флешку ему. Также мину. НТ. Реклама стоит. О, тут близко в упоре еще. Слепую он убил 2х сейчас почти что. В грибах один человек стоит. Пойдем, а выйдем. Хочу еще раз дело пойти выйти. Вдруг все повезет. Давай, чтобы к концу карты вспомнил, как делается все это. Там 40 врагов сбивал. Сколько ты не играл? Месяц? Почти месяц. Дэл есть. Ой, это какой-то странный Дэл. А че я Дэл, а не с SSP? Еще в яме один. Дэл один. Это яма. Особенно тактики, ребят. Кирилл, проходи там. Наших прикрой лучше. Он в планте был. Господи, как страшно. Я думал, он Б сейчас зайдет. Они, если 4 ДЛ шли, то... Думаю, что 5 вряд ли пошел бы на Б воевать. С чем бы он там был. Ага. Ты с пантыч баксов, давай кидай ему карточку. Просто хе кидай. Ну что ты становился? Я ж по тебе прыгаю. Ладно, грязными, я их мою каждую неделю. Ланч. Я не знаю, как он меня увидел. Топ такой. Заходит один на респе. Вот. Попробуй бомбу ставить. Лучше не боюсь с ними так крестью. Еще один там. Катя, что ты вешаешь вообще? Тэшка идет. Тэшку я смотрю мидл. Выходит. Пока нет. Все, тэшку забрал. О. Так угрожало, не хочу играть, не буду никого убивать, бла-бла-бла. Ты тоже так сыграл, да? Саня, бойся, там с П+, сыграй, к нам пришла пофаниться. Но я за ней сейчас понаблюдал, просто ван-тап один. Вага один, мидл, два. Ну ты шутник. На респе у себя щекотно. Банка идут. Один. Зиг прошел один. Убил. Да, играет. Зига вышел. Блять, да как он попадает с глока? А, по мне с Дэйл очень стреляет, понял? Да, одного убил. Нагусил уже. Минус подъем. Гусь еще один. Дига. Давите его массой двое. Пачка поставили на... Давай, Кирюха. По всем местам постреляем, по всем болевым точкам, потом убей. Ну ты давай ты. Заслужил. Так, ну коли они бомбу поставили, даже
пару фрагов сделали, и калаши будут. Да не, сейчас флэк, а потом калаш. Банку взорвем. Давайте. Тэшка раскинули. Тэшка Б. Один только Б вышел. Второй. Чего? Чего? Понял. За иксом есть тёмки один. Пачка пока не видно. Прям за иксом, за ящиком. Еще два вышли. Три за иксом. Да, вот теперь пачка видно уже. За иксом стоит она. Тёмка тупая, тупая. Mm-hmm. Я пули кончились. Нет, пули. Больше щепки. Он с армором. Они второй армор взяли из иглы. Йоу, это печально. Это провал для ребят. Они всю экономику сейчас потеряли просто. Это... Да, по поводу медла я согласен. Пышку налево кидаем. Пойдем. А, это А игра, походу. Дал пышку. Банк двое. Нет. Респа. Один перебанк, один в банке. Двое в банке сейчас. Пачка у себя на респе. Пачка на респе, а двое в банке. А, нет, банка всего убили этого. Перед банкой. Угу. Живи, Никит. Катя обходит спину. Банка тип. Пачка зиг ушел, скорее всего, аккуратнее. Что это чел прям с банки мчался на зигу. Может быть. Да, может и Б уже. На Б наш. Да, Б поставил он. Вместе сыграйте там с Тёмки, Катя, Никита с медла. Давай, не шипи. Оставьте его потеть. Он в окне, да? Или не... А он тебя убил? Нет. Щепок. Угу. На камеру. Плачка на обум. Ой-ой-ой. Умничка, умничка. Чуть-чуть. Простите. Да ты чё, всё нормально. Надо кому-нибудь дропать. Не надо, подожди, я говорю, давай это сделаем. Я уже купил. Почему эко? Мы как бы их поджали, убили четверых, давай, получается. Давай. У них у всех там 3200, они будут галилы и все. Они ничто не способны. Хотя они бы два калаша и три гали. Работай. Тем более там боты играют. На 8 тип. Б флешка мне пролетела. Один Б выходит. Ой. Не вышел он Б, он не дошел до меня. Все, бою никого. Один на 8. Далеко, близко как? Далеко. Это 8 взрываю. У меня флешка на ДЛ. А, нет, тоже флешки. Есть флешки на ДЛ кого-нибудь? На 10. 0-1. В суициде сидит. Зигу один пошел. Чекай зиг, я чекаю ДЛ. Тип на меду под зигой стоит. Блин, это опасно, может быть, убить троих. Да, это бей может. Один банк отопает на ДЛ. Двое. Проходит. На шифте. Один реклама. Один прошел, подъем уже на... А все, походу. Все, да. Меня чекает, я не могу поставить, выйти. А, ну в наглую, он чудовище просто. Надо было сразу на ДО переключаться. Ну все, сегодня экономика восстановлена, а мы без экономики, ладно. Я давайте Б угадаем с гранатами. Смог мидл положу, потом проходим, не сразу. С не угадываем, уходим титаники там в девайсы ловить. Вообще, тихо, глухо. Ой, две флешки прилетели на мид. Две хаяшки на мид. Пойдемте на титаник, к ним на базу. Длина проходит. Надо в боту найти, хотя бы убивают не хуже их. Процвет под плентом сидит. О, бота нашел. А вот и девайсик. Наша база, двое идут. Мид один на базе, один остался у нас. Я в рукаве подожду их. НТ. Иван. Разманка. Мидл. Мидл поднялся один. На 8. Два мидл. Беги, спасайся. Ну не ко мне же, ты чё, меня хочешь продать, что ли? Ты идиот? Ещё один там же рядом. Хорош.
Сейчас блядь, я успел забрать. Взял, ко мне пришел, чтобы они на меня сбайтились. Он еще по тебя пострелял потом. Ну да, типа, чтобы точно. Он тут, ребята, бейте, лоха этого. Он машу. Я смог мидл, положу глубокий такой. Типа. Так, 30. Ух ты, АВП пошло, все понятно. Я грибы занимаю. Блять. Ого, где война? Еще один с пачкой, на Б заходят. Нет, ушел в нижнюю. В нижнюю пошел. Но он с пачкой. Поняли информацию? Значит, он типа фейканул на камеру, я чекаю Б сейчас, чекайте мидл. Один умер на Б еще. Ай, попа застряла. Возможно, из пачки где-то рядом. Убью пачку, пачка здесь. Бля, банка вышел последний мидл. Банка вышел мидл, это как? Он что, телепортируется? Как из банки мог выйти в мидл? Это что за такое вот? Банк на мидл. Нервимые шаблоны понимания даст два. Да. Это порт. Угу. Он сделал синий портал в банке, желтый на меди и прыгнул в него. 9, да, называется? Ну, слева 8, справа 9. А, с 8. Там, где он вышел на тебя, это вообще мидл, щепки, десятка, там плюс-минус, там, в общем, центр вышел. Есть 8. За банка один зигу топает один. По поводу зиги понял. Стараюсь не умереть глупо. НТ красный, минус два банка. НТ один. Минус три пачка в банке. Остановите ее кто-нибудь. Блять, блять! Окей, убей НТ, красно. НТ так последний. Хотя бот очень жесткий, они вечно убивают. Он красный. Пачка возле банки была. Пачка вот на восьмерочке, пока покакай на нее. Че ты смотришь, как какаешь что ли? Блять, на бумагу держит себе. Что, нашел кто-то, нет? Нет. Че, он Титаник ушел? Возможно. Да бы я вышел стопудово. Ну это мидл, да, флешка пускай ловит ее. А, да, мидл стоит за иглом. Ох, у меня прыгающего в голову дал. На миде стоит, ушел на грибы. Какой у него 10 хп, он... Ну так гоните его, ну ничего, может он с армором даже играет. Надо отжать армор у него. Вышел мид. НТ. Давайте банку зарвем сейчас втроем, в принципе. Фу, куряга. Не-не-не, это не тот звук, ты чё? Не-не. Не посмог вам. Ой, я за километр вижу. Я думаю, там Ави, больше, чем километр. Ну, это, скорее всего, форс Ави, которого там. Все, уходим с банки, там нечего делать. Тип Тёмки. Дим. Убил. Дига. Флешка, двое-трое, по-моему, топают. У меня флешка какая-то в потолок уперлась. Дига убил. На 9, пачка 9. Окей. Ты там воюешь с банки, что ли, с ними? Дига прошел с пачкой. Да. Понял, жду. Тут дым у меня. Дига с пачкой. Дым рассеялся. Спасибо. Вот это флешка, вот это прям. Еще здесь. На восьмерке стоит. По идее, попал в голову ему. Нет, не попал. Он ушел на банку. Банку? Ну, банку уходил в сторону банки, мог и раскабаться, короче. Он. Я не знаю, что у него за стенка там. Я пойду Б принимать. Вдруг кто-то там будет интересный. По связи. Мидл бежит. Останови его. Вышел мид. Документики. Тёмка. Мне флешка прилетела с мидла, ребят, вы чё? Убил бы. Пачка бы выходит. Я ничего не вижу. Пипец, меня сбрили просто. Это флешка с мидла, это пипец, провал полный. Двое на Б сейчас, или трое. Ещё Б. Один Титаник, он взял бота. А, нет, девятка. Давай быстрее, дипьюсь. Тут на меде далеко, он нес. Нес бомба, это земля. Щепки рядом. Убивай. Слушай, он тебя выиграл почти. Очко вроде. Обыграл. Успел бы. Ну он там мчался просто на всех парах.
пяткой горчицы намазал, побежал. Я слышал этот тыгник. Смог на 8 положу, пускай успокоится там. Да, хрена бы. Банк один. Один тёпка нижний упал. В НТшке один. Убил. Банк вышел. Дейл идет один. Дал флешку на Дейл. Ну, поймал флешку, мой металл, иди. Да, возле банка один стоит. Банку двое с пачкой пошли. Окей. Куда? Ой, он прошел уже, оказывается, урод, блин. Один об... Двое Дейл, один чекает Зигу с планта А на ящик зеленых. Короче, я к ним не пойду. Не надо. Сейчас пушки пособираешься, базуку соберешь из них. Ладно, потом выйдем. Личника. Так. Ну, девайсы есть. Я беру тогда просто первую броню и КМ-ку. Дайте я один бест сыграю. Мидл, пожалуйста, КТБ зачекайте, что они просто вот так уж не сделали. КБ. Флеш одна. Б выходит. Бежал. Убил. Все, все, бы чисто. Б еще один. Б еще один есть. Зига? Б минус. Девайс пока попробуй забрать. Адиль тебе не нужен. Зига вышел. 4 проходит. Девайса, оружие. На гусе. Тачка банк. Ага. Я пока меду смотрю. Пас 4 же. Дэл. Так, 4 есть. Да, я у вас снова телепорты работают. Не, последний пробежал я. Пусть не последний фраз, что он был на 4. Ага. Кто-то ругается друг с другом, походу. Опять бы флеш. Они как-то странные, они что, один выходит Б. Тёмка один. Я разберусь, Тёмка, чекай мидл. Угу. Ну кого? Странно, наша Тёмка сняла. Так он специально сделал зарашу, чтобы бота взять. Вот, 10, вышел, вообще... Пачка на респе, пачка на респе. На нашей? На их. Ну, Тёмка на последний. Респе. Будет? Да, кого? Скинул. Так, я смог на мидл положу. Пускай не понимаю, что происходит. Да не положи. Это я положу смог такой. Что за хаешка на тебя? Банковая флешка прилетела. Вышел с диглом. Пиздец. Двое там в розе. На Зигу. Еще может быть. Б минус. Да ёб твою мать. Банка один. Дэл идет. Сколько? Дэл М. Один смог дал на Б. Один Тёмка будет верхняя. Один Дэл дал смог Б. Убил НТ. Не прошу. Рекама. Колю. Есть раскидка, флешка и граната. Да. Пачка прошла, взрываем ее нафиг. Алхае. Подожди, ты... На планету вообще пикать. Когда он пикает, он собрался. Пикачу, блин. Я же Зигу вышел, ты мне флешку кинул, в итоге не убил. Не, флеш я не кидал, я кидал гранату. Мне флешка осталась. Никсиз. Я тебе кинул. Что, слеп? Ослеп? Да. Я убил первого. Потом таки твоя флешка летит, я ослеп, но и вот это второй, который подъем меня убивает.
Ну, мне долго качаю. Бланка есть. Никого не слышу, на зиге, на миде никого не слышу. Сиди в американ стану. Тэшка тоже да. Чисто. Бланка выше. Нет, Тэшка один. В смысле? Я думал, я убью. Болено. Мне показалось... Я Б убью, иди... Короче, надо и чувака кама. Убить на Б, иначе он тебя будет сейчас мешать нам. Все. У меня две флешки из Кирю. О, они... Оба тут, прикинь. Катай. Просвет. Я понял. И бот. Ага. А где наш товарищ слева? Вот С-58 или нет? Разве? Так дергаешь, что ли? Да-да. Потому что ты пойдешь. Стрелок великий. Да вот ты точно не пойдешь. Ладненько. Вот так сделаем. Что такое? Ладно. Прошел. Не прошел. Я думаю, будешь на 10-0, нет, что-то как-то мы разыгрались, камбэкнули неплохо. Ну, всем спасибо. Ты качался? Угу. На качелях? Мало.